Николай, ты умная баба или думаете, что московский адвокат сюда приехал бесплатно, что ли? Корячится. А главное, откуда у него такая информация? Я открыл папочку, чуть не умел. Ну ты скажи уж, что за информация такая. Не надо вам знать, что за информация. Хочешь сказать, что есть что-то такое, чем мы не знаем? У нас выборы через год. Забыли? Если меня не избирают, продолжить? Вас тоже не будет, и ничего не будет. Ни за границей, ни домов твоих, ни бабла. Дружно все, строим! Под монастырь пойдем! С песней! Паранойя. Пить надо меньше, враги окружают, да? Нажрался вчера. Дура ты! Тебя прокурятина первую на плаху поведут! Ладно, прям поведут! Ты не ори на меня! На свою жену будешь дома орать! На меня не надо! Давайте конструктивно решать вопрос. Давай. Может, я его призванул среди конца? В рамках закона, разумеется. Ни в коем случае. Для начала, срочно, пробейте мне этого московского адвоката. По своим каналам, или я не знаю, вместе сообща, но наройте мне, кто он, что он, кто за ним стоит. Он мне здесь час в нос Костровым тыкал, а ты говоришь, прессануть. Член комитета? А ты что думала, милая моя, я чего вам здесь толдычу-то? Давайте. Я завтра с утра еду наверх, советуюсь там. Мне уже сегодня обещали, его пробьют по своей вертикали. Давайте, ребята, родные, в темпе вальса.